Вот сегодня 10 февраля, Валера снаряжает, вот его лодка. Рыбаков больше, чем рыбы. О, сколько на воде уже. Ну и мы за своими хвостами пойдем. Народ все подъезжает, подъезжает. Вася тоже снаряжается. Вот такой тримаран Валеры. Юра, отойди. Валера маневрирует. Задавит, потом будет нахуй хоронить. Опять же расходы, да? Да. Вот Валера закатал. Тихо, то сейчас, блядь, улетит нахуй лодка. Мотор перевешивает. Ладно, надо помогать. Вася тащит вторую ребёху. Давай, вынимай её, вынимай. Опять за леску? Хочешь, чтобы бум было? Ну, хороший, блядь. Так, что-то там Валера тащит. Вон она, рыбина показалась. Ну, неплохая. Красная, блядь. Это вот красная, рыба-то серая. Ну, Валер, покажись, а то там Вася тебя закрыл. Будем рыбу ловить дальше. Чего это Вася там тащит? Вася, покажись. О, рыбки, рыбка, рыбка, рыбка. С Васей вместе. Все, буду ловить дальше. Потащил, тащил. О, Вася что-то тащит. Такая же. Ну ладно, я уж поснимаю, раздыхая. Ну, 27. Она вот здесь, может, и стоит подвод. Кинг-Конг. Ты фоткаешь или что? Я на видео снимаю.